Сегодня хочу рассказать историю, как мой клиент крайне неудачно сходил налево и чем закончился этот поход для его иммиграционной жизни в США. С вами Вадим Печерский, иммиграционный консультант и руководитель паспортно-визового агентства Russian Documentation Center. В ноябре будем отмечать 30 лет с момента, как мы открылись и занялись семейной иммиграцией. И именно потому, что я нахожусь в таком бизнесе, я телевизора вообще дома не имею. То есть ни в одной комнате у меня нет телевизора. Я всегда считал, что телевизор в спальне – это только в доме престарелых. А имея такую работу, которая заменяет мне и драму, и мелодраму, и комедию, или все любые жанры, мне в принципе телевизор не интересен, все эти сериалы не интересны, а то, что я хочу там новости или что-то посмотреть, для этого есть YouTube. И сегодня вы, услышав эту историю, поймете, почему ни мне, ни моим сотрудникам не интересно смотреть какие-то сериалы. Итак, абсолютно нормальная с виду пара, прекрасные ребята, веселые, энергичные, им там по 30, ей 35, ему где-то под 40, немножко старше ее. Все, прекрасные ребята, оформили им документы, подали документы, показали, как следить за своим кейсом, и про них забыли, пока их не вызвали на слушание. Я говорю во многих видео, ребят, нет, не то, что только у нас. Сегодня на получение грин-карты вызывает не просто редко, а вызывает супер редко. И в большинстве случаев, если вызывает, у офицера есть какие-то незакрытые вопросы. И когда они мне спросили, Вадим, а что это может быть? Я говорю, ну вряд ли это по документам. Почему это вряд ли по документам? Потому что мы настолько досконально разжевываем все. Мы делаем визуальную презентацию, мы тут только аудиосопровождение для аудиалов не делаем. Но мы настолько разжевываем все за рамками анкетных данных, что у офицера в принципе не должно быть вопросов, потому что там идет, начиная наше знакомство, свадьба, наша жизнь вместе, наши путешествия, наши проведение досуга, раздел с подтверждениями, а вот это наши банковские счета, вот это наши договор на аренду, а вот это, и все со сносками и красиво. То есть по документам в принципе у них не должно быть вопросов, потому что обычно это хорошее наполнение. А если клиент хочет быстро подать и наполнение недостаточно обширное, ну и он сразу и подписывает, и ему в письменном виде сообщаем, что как бы здесь возможно вам нужно, может быть, более тщательно подготовиться по документации. Но в этом случае у них все было прекрасно и красиво. И их вызывают на интервью, говорю, ну вряд ли это по документам, может быть, есть какие-то там аресты, что-то у вас были. Ну вот да, там муж подрался и его арестовали. Я говорю, ну вот, значит, вам нужно взять документы, подтверждающие, что это было там, и прийти объяснить. Ну, в общем, муж берет меня сопровождающим на это собеседование. Мы приходим на это собеседование, их не разводят по разным комнатам. И все идет в стандартном доброжелательном формате. Офицер проходит по анкетным данным, смотрит их документы подтверждающие. И когда он дошел до, были ли вы когда-либо задержаны, арестованы, мой клиент говорит, да, я был задержан, я был арестован. Вот вам сертифицировано, это важно, копия судебных документов, что я был арестован, но против меня не были выдвинуты никакие обвинения, поскольку это была самозащита, и прокуратура против меня ничего не выдвинула. Поэтому я перед законом бел и чист. Ну, также я и перевожу, что он белый и чист, и жена так, все, они подготовили, все нормально. А я им сказал тогда, ребят, если у вас есть арест, то или берете адвоката с собой, или не берете. Я бы рекомендовал потратить деньги, потому что, когда такие вещи, просто бывают зеленые офицеры, даже если у вас есть бумага, что у вас не выдвинуто обвинение, он может быть зеленым, неопытным, и он может не знает, что делать. И иногда адвокат его подталкивает в правильное направление. А вот это сделай. Или мы подождем. Сходи к супервайзеру сейчас. Мы посетим, подождем. Сколько нужно? Час? Мы час подождем. Получи одобрение, что у этого клиента нет необходимости в дополнительной административной проверке его криминального рекорда, потому что мы все принесли. У него никаких обвинений нет. Тоже адвокаты умные и опытные, понимают, где и как, какой рычаг, кнопку нажать. Вот, но они были без адвоката. И офицер начал вдаваться в подробности, как все это было. И смотрю, а клиент начинает, ну, мне не надо переводить. Такие, офицер прекрасно понимает, причем он мне говорит, я хочу, чтобы ты переводил слово в слово. Камеры не было, но они обязаны говорить, когда нас записывают на видео, они не могут тебя начать записывать, хотя на приглашение говорится, что вас могут записывать на видео, но без предупреждение обычно это не делать. За 30 лет, я не знаю, у меня в неделю по 2-3 интервью я хожу, один раз только была видеозапись. И тем не менее, он говорит, четко дословные ответы. Ну, в общем, после этих тыканий, мыканий, беканий, офицер ему говорит, ты находишься здесь под присягой.
если ты меня обманешь здесь, я федеральный офицер, неважно, по какому причине ты меня обманешь, с целью получения миграционных бенефитов, скрытия правды. Он говорит, а можно мы поговорим с вами наедине без моей супруги? Но тут в дело вмешалась супруга. Говорит, как-то так? Нет, без меня говорить я не хочу. Я хочу, чтобы это было все при мне. Что это? У нас вдруг секреты какие-то? Ты же сказал, что на тебя напали, ты подрался, тебя забрали в полицию, и да, никто ничего... Он говорит, да, так все и было. Он говорит, рассказывай. Короче, история, чтобы длинную историю сделать короткой, заключалась в следующем. Ну, чудак хотел сходить налево. И налево он пошел в какой-то бар или в клуб, он там с кем-то познакомился, пошел к ней домой. И как в анекдотах или в мыльных операх или в сериалах, почему я говорю, что я это не смотрю, у меня этого мыла на работе достаточно. Муж приходит, муж, бойфренд, я уже не знаю кто. Ну и там завязалась драка, и мой клиент неплохо помял того. И, в общем, эта подруга, с которой он ушел, чьего любовника, мужа или бойфренда он помял, она тоже вызвала полицию, моего клиента забирают, везут в тюрьму. На следующие сутки там его или двое его отпускают, потому что жена внесла залог, его отпустили. Ну вот он рассказал вот эту всю историю, и, в принципе, он не виноват. То есть, если бы его жена это знала или понимала бы детали. Иммиграционный офицер по моей практике, ну, не может отказать человеку в грин-карте, потому что его этическое поведение по отношению к жене не удовлетворительно. Его ни в чем не обвинили, он прекрасно чистый перед законом. У него ничего нету, за что бы ему не дать грин-карту. И обвинение ему прокуратура не выдвинула. Это была самозащита, потому что на него налетел бойфренд, и это, он смог это доказать, что это была самозащита. А вот жене это дело не понравилось, и грин-карту мой клиент не получил. Потому что его жена не собирается быть ходатайствующей стороной для того, чтобы он получил грин-карту. Вот так распался брак, распался кейс, и офицер не должен был ничего дальше выяснять. Мой клиент просто не получит грин-карту. Вот такая, надеюсь, поучительная история. Никакой морали здесь я не буду, я не моралист. Кто хочет идти налево, направо, у всех свои дороги. Вот сами делайте выводы. С вами был Вадим Печерский и команда Rush In Documentation Center.